Ну а завтра погуляем в Высоковске. В субботу, 15 сентября, маленький Париж отмечает День города. Праздник развернется у летней сцены КДЦ. Полдень, квест игра, знаем город. Торжественная часть 13:00. 3 часа дня детская анимационная программа. Духовая музыка зазвучит в парке в 17 часов. Ну а кульминация праздника – концерт Алены Апиной. Он начнется уже вечером, также на летней сцене КДЦ.